Вітаю з початком робочого тижня. Як завжди, о цій годині в прямому ефірі першого міського телеканалу проект «Тема дня» і я його ведуча Ганна Штонда. Сьогодні в студії ми підіб'ємо так звані неприємні підсумки минулих суботи та неділі. Дві аварії за вихідні. Випадки дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклістів, на жаль, частішають. Так, увечері 15 червня на крутому повороті водій випав з двоколісного. Сталося все в районі Макулану. Водій не втримав кермо та вилетів із транспорту. Удар був такої сили, що шолом не зміг врятувати від травм, серйозних травм голови. А вже ввечері 16 червня наступного дня сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла. Тоді постраждав пішохід. За словами очевидців, чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці. Сталося все навпроти ринку. Як результат, він опинився під колесами мотоциклу, отримав перелам ноги і, ймовірно, закриту черепно-мозкову травму. Отже, що стає причинами аварій з мотоциклами в цілому, говоритимемо сьогодні у темі дня з нашим гостем. Проте, як завжди, на початку програми, за традицією, пропоную переглянути той відеоматеріал, який підготували кореспонденти з місць подій. Увага на екран. Тож, ми продовжимо. Це проект «Тема дня» і сьогодні провідною темою для обговорення стали часті аварії за участю мотоциклістів. Я готова вам представити гостя студії. Сьогодні це відомий кінокаскадер не тільки в нашому місті, але й за його межами. Це гонщик Віталій Бондар. Пан Віталій, вітаю вас сьогодні в студії, дуже рада бачити, але, на жаль, ми з вами зустрічаємося ось так, аби поговорити на такі неприємні та складні і, на жаль, ті проблеми, які не вирішуються чомусь в нашому місті, теми як аварії, часті аварії на дорогах нашого міста. Перше питання у мене до вас. Як гадаєте, чому вони трапляються і чи почастішали, можливо, ви знаєте певну статистику, і які висновки з цього приводу можете зробити? Доброго вечора. Смотрите, на моє мнение, в першу чергу, це відбувається із-за нарушение правил дорожного движения. Это самое на первом месте. И большая часть ДЦП случается всего из-за отсутствия у водителей твердых навыков противодействовать аварийной ситуации, так называемых контраварийных действий. Что это подразумевается под этим? Это отсутствие позы готовности к немедленным действиям. В первую очередь, это отсутствие правильной посадки. Мы сегодня можем наблюдать очень часто, особенно у водителей маршрутного такси. Если я их раньше называл, что это горе-водители, то я сегодня пишу статьи некоторые для газеты, и даже их так, извините за слово, называю засранцами. Потому что это действительно, они этого заслуживают. Как можно управлять автомобилем, не держа кермо, да, держать деньги в руке, запястьем управлять, а правая рука у него находится на рычаге переключения. Это прямое отсутствие позы готовности. А в этот момент давать пассажирам решту? Да, либо обелечивать их, либо разовать по телефону. Некоторые умудряются кофе пить, некоторые умудряются телевизор смотреть, даже не слышат, что пассажир просит его выйти
остановиться на соответствующей остановочке. Поэтому это очень становится, знаете, даже для меня и для остальных пассажиров, это оскорбительно. Потому что, во-первых, в правилах дорожного движения там сказано, что каждый пассажир имеет право на безопасную перевозку. А какая же это может быть перевозка, если у них они устраивают гонки на дороге сегодня? Вот я даже вот в своей книге написал «Безопасное управление автомобилем», там и пишу, вот спросите у пассажира, что ему важнее? Его, можно сказать, соревновательный характер такого на дороге, либо безопасность пассажира. Понятно, что состязательного характера никто не поднимет руку, что да, мне быстрее надо доехать, безопасно надо доехать-то. Поэтому хотелось бы сегодня начать эту передачу с того, что если бы водители находились в позе готовности, вот, они бы готовы были что молниеносно среагировать на какую-то дорожную Давайте ситуацию. Давайте трішки простіше. Поза готовності. Що ви маєте на увазі? А поза готовності – це в першу чергу, це правильно підобрана посадка водительська. Це залежить від фізіологічних даних водителя і технічних даних автомобиля. Вот. Ну, что касается расположения рук, это уже я только что сказал, по примеру водителей маршруток. Вот. Что касается способов руления, это сегодня очень важная тема. Вот то, что хотелось бы, честно говоря, не хотел бы плохо что-то сказать об автошколах, но они действительно они вкладываются, там, делают свое дело. Есть определенная программа, но хотелось бы, чтобы в автошколах сегодня проходили способы руления. Ни одна автошкола не преподает способы руления. Вот поэтому я думаю, что после такой передачи я готов встречаться с любой автошколой и объяснить, что это такое. Потому что такой способ руления, который сегодня владеют даже водители, можно сказать, с большим водительским стажем, хотя я честно скажу, что стаж вообще никакой роли не играет. Так, почему сегодня роли? У нас звучат каждый день фразы «водитель не справился с кермом». Вот вы же смотрите так, и так. Передаете об этом. Вот. И как можно так, человека 40 стаж, водительский стаж, а он не справился с кермом? Значит, он чего-то не знает, чего-то не умеет, либо чем-то игнорирует, вот. Либо отсутствует поза готовности к немедленным действиям-то. Вот. Поэтому сегодня надо обратить внимание на то, что сегодня надо правильно, прежде чем выпустить человека на дорогу, надо правильно ему объяснить, как работать кермом. И тогда будет, не будет так звучать часто фразы «водитель не справился с кермом». Я понимаю, что во время ДТП есть пострадавший, есть виновный и есть пострадавший. Звичайно, да, так, но, так завжди. Но в моем представлении, это лично в моем, так как я и в книге это написал, что в любом случае оба виновны. Даже тот, который ехал по правилам. Почему? Потому что в правилах дорожного движения там четко написано, что водитель во время движения должен быть внимательный, понимаете, контролировать дорожную обстановку, да, она быстро меняется, это, и уметь предвидеть, предусмотреть саму ситуацию. То, что сегодня это у нас у многих отсутствует это. А предвидеть ситуацию, это можно по прямым и косвенным признакам это сделать-то. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы, если говорить уже о безопасном управлении автомобилем, то не только способы руления, способы торможения, чтобы сегодня изучали водители, приемы самостраховки, чтобы изучали водители. Вот как отрегулировать правильно зеркало, как распределить внимание на дороге, правильно должно быть распределение, не делать никаких лишних движений во время движения, только те, которые необходимые. Это точно так же, как я навожу пример. Если диктор, он начинает употреблять слова «паразиты», это самое, ну вот, неприятно даже смотреть это. Точно так же мне неприятно смотреть на водителя, который выполняет те действия, Які которые не они хто, не нужны, так, и, он на этом теряет, да, и он теряет на этом время. И потом не справляется с самой с дорожной ситуацией. Пане Віталію, ну повертаючись до теми, так, все-таки мотоциклістів, ви вже навіть видали свою власну книгу, так, це безпечне керування транспортними засобами, так, я розумію. А можливо проводили паралель, чому ось в теплий період, і чи це є так насправді, частіше все-таки випадки, коли аварії трапляються саме з мотоциклістами? Чи змінилося щось можливо, за останні роки, можливо, пішла більш мода ось на двоколісні транспортні засоби? Зараз увеличилось кількість транспорту, во-первых, учитывайте это. Сьогодні, якщо хтось говорить, що случається ДТП по вині, то що дорога какая-то там неправильна, либо плохая дорога, дорога ніколи не може являтися причиною ДТП. Пусть би хто би мені що не говорив. По той причині, що, опять же, в правилах дорожного движения сказано, водитель должен быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, вот, и предвидеть ее. Если это плохая дорога, а тем более знаки везде стоят, снижая скорость до безопасной. А что такое безопасная скорость? Это та скорость, при которой водитель может безопасно управлять автомобилем
сложившейся ситуации и среагировать на ее изменения. Вот это и безопасно. Сегодня многие водители не умеют высчитать даже безопасную дистанцию, как выдержать эту. Я каждый день вижу, сегодня на прямой дороге соединяются автомобили просто на ровном месте. И буквально недавно возле вашего телецентра так же самое происходили аварии. Вот, и я еду и удивляюсь, ну почему это происходит? Вот, ну я-то причину знаю, но давайте сегодня комментировать и объяснять людям. Причина это не только сказать, что вот водитель не справился с кермом. Давайте комментировать, почему он не справился, разбираться с этим. И вот даже я имею некоторые отношения к полиции патрульной, да, вот я оказываю содействие в некотором степени. Но я даже прошу, вы во время ДТП спросите у пассажиров, в какой позе готовности управлял водитель этим транспортным средством. Потому что, почему я так сказал, что есть пострадавший, есть виновный, но оба виновны. По той причине, что если водитель по какой-то причине изменил резкое направление, это один из примеров, ребенок выскочил на дорогу, понятно, мы генерируем всеми правилами дорожного движения. Мы не успеваем включить поворот, мы не успеваем посмотреть мертвую зону в зеркала, мы не успеваем. Наша цель – это предотвратить наезд на ребенка, на человека предотвратить. И, соответственно, водитель принимает решение это маневр выполнить. Понятно, он неожиданный, но тем не менее, вот происходит ДТП. Вот, и будет тот водитель, который не изменял направление движения, вот, а будет виновен, обвинять того, который изменил. Да, по правилам он виновен. Ну подожди, если ти професіонал, він тебе считає. Але що, який рухався ззаду, повинен також вміти швидко зреагувати і зманеврувати. Да. От для этого есть, от я в своїй книге пишу, як правильно висчитати безпечну дистанцію. Це дуже важливо. Вот, и сегодня я хотел бы немножко внести поправку, где объясняют в автошколах, что сегодня 2 секунды разница между автомобилями, этого достаточно, это неправильно. 2 секунды между автомобилями, это имеется в виду, чтобы было понятнее и вам, и зрителям, это имеется в виду, когда мы движемся в одном ряду, впереди идущее транспортное средство, когда оно сравнится с каким-то недвижимым предметом, вот мы должны что? Засечь это и считать, до 3 секунд просчитать, 1, 2, 3. И если мы не раньше на это место, на этом месте оказываемся, вот это самая минимальная дистанция, которая должна быть между быть транспортными средствами. Mm-hmm. Потому что есть такое понятие, как время реакции, оно у каждого разное. Вот, и если брать даже в идеале, то считается нормальным время реакции, это 0,8 секунды. Потом подготовительные действия, это ноги поднять в район сцепления, в район тормоза 0,2 секунды. Уже одну секунду мы потеряли. Вот, получается, отбрасываем от 3 секунд, так же? Остается 2 секунды. И а срабатывание... еще подивитесь от зеркала и просвечивать еще зеркала в данный момент особо тут и смотреть не приходится, потому что здесь идет интенсивное снижение скорости, торможение-то. Наша задача сейчас предотвратить столкновение, когда водитель впереди резко выполняет торможение. Получается, мы с 3 секунд, даже что считаем идеально, потеряли 1 секунду. Еще срабатывание тормозной системы. Опять же, беру в идеале 0,2 секунды. Ну, там есть механика, гидравлика, пневматика. Это такое дело. Упускаем этот момент. Вот уже получается с 3 секунд 1,2 секунды мы потеряли. Теперь то транспортное средство, которое начало раньше торможение выполнять, вот у него уже скорость движения меньше гораздо, а у нас только наступает, то есть у него был уже тормозной путь в тот момент, когда у нас начался только остановочный. Остановочный – это с момента получения информации до полной остановки. А тормозной путь, как некоторые неправильно формулируют, с момента нажатия, не с момента, а с момента срабатывания тормозной системы. И получается, что как раз мы не успеваем, ну, в течение 3 секунд, то еще можно предотвратить. Но есть еще такой момент, когда водитель глянул, посмотрел в зеркало, либо в мертвую зону, либо отвлекся, да, а в тот момент переднее транспортное средство начало выполнять, снижать резко скорость движения, да. И получается, мы опять секунду теряем, если 2 секунды, мы просто практически не успеваем предотвратить это столкновение. Вот, поэтому, а есть еще такой момент, аварийно-контактное торможение. Это когда происходит в этого транспортного средства, какой-то контакт, авария, у него тормозного пути не будет. А нам требуется тормозной путь. Вот поэтому надо что предусматривать, все вот эти моменты. Вот выдерживать эту же безопасную дистанцию, подбирать ту же самую скорость, учитывать погодные условия, дорожные условия. Это все надо учитывать. Поэтому это управлять автомобилем – это целая наука. И то, что сегодня водители говорят, что у него 40 лет стажа, вы знаете, меня он не удивит этим. Потому что зависит это от того, как он находится за рулевым колесом. Вот, поэтому вот это большую роль играет. И хотелось бы, чтобы сегодня водители
они обратили на то внимание, как они управляют автомобилем, как они выдерживают. Сегодня водители маршрутки, я вам скажу, это настолько болезненная тема для нас. Я бы хотел, чтобы после этой передачи все-таки соответствующие органы, чтобы сегодня руководство города обратили внимание, почему в Европе там есть такое правило, нарушил правило 2 секунд. У нас в правилах такого нету. И там полицейский стоит и смотрит. Он уже умеет высчитать, что при таком дистанции вы не сумеете предотвратить столкновение. Он останавливает и вас штрафует. А поэтому сегодня хотелось бы, чтобы те люди, которые отвечают за вот это, за дорожные такие транспортные, это обращали на это внимание. Так? Вот. И, конечно же, хотелось бы, чтобы при всем вот этом, ну, как бы и сами водители понимали вот эту ситуацию, что они не всегда могут готовы быть к любой дорожной ситуации, которая она нам преподносит такие сюрпризы, что мы даже можем не ожидать. Но вот это и есть профессионализм, когда вы умеете уйти от столкновения. Вот водитель совершил маневр, а если бы он сидел в позе готовности, да, а не разговаривал по телефону, либо там не держал деньги за пястьями и управлял-то, вот, то он бы молниеносно среагировал бы. А у випадках з мотоциклістами, на що їм треба, водія мотоциклів, а що мотоциклістам? Сьогодні я сам мотоциклист, да, я 15 лет займався професіонально мотокросом, потім уже перейшов в автомобільний спорт, то я вам скажу, що сьогодні мені дуже неприємно смотреть на ту ситуацію, як себе ведуть мотоциклисты. Во-первых, они, знаете как, игнорируют правила дорожного движения. Они маневрируют... Взагалі усіма. Вони у мене, наприклад, викликають тільки страх. Негатив. І негатив, я вам скажу. Так. Даже у профессионала тот это... Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня, знаете как, и они задумались о том, что не каждый водитель, не каждый человек, переходящий дорогу, а еще, знаете как, не всегда все переходят в положенном месте-то, вот, чтобы они понимали, что никто не рассчитывает на такую большую скорость, с которой они сегодня движутся в городском режиме-то. Поэтому вот этот момент надо учесть, ну и, конечно же, пешеходам надо учитывать то, что надо все-таки переходить по пешеходному указанному месте для перехода. Тим не менш, як гадаєте, чи можуть, скажімо так, якщо завищити, так, штрафи на ті чи інші порушення, так, якось вплинути на культуру водіїв? Я так не думаю. Смотрите, один із прикладів. Сьогодні хочуть прийняти закон. Штраф 800 гривень, що так, около 800 гривень за ремні безпеки. Стоїть питання. Сьогодні пенсія у чоловіка дуже низька. Кого-то полтора, чуть-чуть більше. Да? Представьте собі, ну не одів дедушка ремень, забив, мало чого там. И у него забрать полпенсии. Хорошо, почему сегодня государство не думает, что как прожить этому человеку дальше? У него есть семья, он приехал сюда продать сало, чтобы выжить, и приходится отдать полпенсии. Поэтому это неправильно. Ну, и в другом случае, когда едет мажорчик какой-то, да, на джипчике, то, знаете, для него этих 800 гривен ничего не стоит. Он просто швырнет в окно и уедет дальше. Если бы сегодня вместо этих штрафов, зачем забрать в семьи, с бюджета семьи эти деньги? Тем более 800 гривен. А за то, что переходит пешеход через дорогу, 51 гривна. Ну как это получается? Ремень безопасности, он не причиняет вред никому, обществу. И опасности не создает таки, водитель таким образом. Он только вред себе. А вот пешеход создает. И почему-то 51 гривен. Так, да. Аварийную ситуацию спровоковать. Было бы лучше, если бы не штраф был, а чтоб тот мажорик вышел на 15 суток, как раньше это было, да, раньше, и поработал, поподметал. Повернуться и для города было бы системы. Хорошо, красиво бы, да, и для него поучительно бы. И пусть посмеются с него другие. Вот, и возьмут пример, что ой, лучше не подметать, лучше, знаете, не нарушать-то. И я бы хотел вернуться к той теме, что сегодня, если бы полиции, честно говоря, очень ограничены полномочия их. А у нас, как в общественности, у нас их даже, честно говоря, больше, можно сказать. И поэтому сегодня надо привлечь общественность. Как раньше были внештатные сотрудники ГАИ, дружинники были. Почему мы сегодня забыли те хорошие времена? И я сегодня скажу, что у многих водителей находятся видеорегистраторы. Так же? Ну, я сколько у меня зафиксировано, я просто начал уже коллекционировать. Я знаю, мы с вами спілкувались, да, так до эфиру. Вы фіксуєте щодня дуже багато порушень. А я не можу нічого зробити. Про них можна говорити дуже довго, але, на жаль, в нас час ефіру обмежений. Ми з вами обов'язково на цю тему поспілкуємося. Я вдячна за те, що ви прийшли сьогодні до студії, висказали своє бачення з приводу того, що ж... Ну, я не все висказав. Я розумію, але, на жаль, в нас час ефіру обмежений. Да, хорошо, я нагадаю нашим телеглядачам, що це був проєкт «Тема дня». Сьогодні ми говорили про те, що
аварій з мотоциклістами або ж з іншими транспортними засобами на дорогах нашого міста, на жаль, не менше. В студії ми спілкувалися з Віталієм Бондарем, це каскадер та гонщик. В студії працювала Ганна Штонда. Я говорю вам до побачення. Побачимось вже завтра на першому міському. Ми, як завжди, за традицією завершимо народною думкою. Хай щастить! По-перше, вони дуже сильно поспішають завжди. По-друге, я бачу, що вони занадто безпечними, являються, як кажуть, учасниками транспортного руху. Ну, перше, це двохколісний транспорт. Ну, відповідно, стійкість на дорозі не така, як на чотирьохколісному. І треба тримати рівновагу і дуже бути обережним. Тому що маленька ситуація, коли водій мотоциклу зачіпляється, особливо рукою, кермом, за якийсь транспорт, він одразу, його мотоцикл може перевернутися рази 3-4. Ну, моє личне мнение, що це зв'язано в першу чергу не з умінням вождення, а з моральними, ну, тобто, як у чоловіка устроєна голова, в першу чергу.